Накануне на строящейся школе номер 3 побывали депутаты окружного собрания и представители окружных профильных департаментов. Решение посетить объект было принято на одном из заседаний постоянной комиссии по образованию, культуре и спорту регионального парламента. На сегодняшний день готовность одного из корпусов, где разместится начальная школа, составляет 80%. Сейчас предоставят нам департамент образования и департамент строительства утвержденный дизайн-проект, и, соответственно, на нему будут выполнены все работы. Вот. Инженерное оборудование, разводки выполнены 100%, значит, осталась только установка санфаянса. Вот. Так что, в принципе, готовность, можно сказать, здесь на 80%. В корпусе средней школы начались отделочные работы. Смонтирован актовый зал и столовая. В спортивном зале идут монтажные работы. Корпус номер 3 и номер 4, значит, штукатурная работа, ну, мокрые процессы все выполнены, осталась только отделка. Ну, просто мы туда не подаем тепло. Почему? Потому что энергоснабжающая организация, ну, завязана с роддомом, мы не можем просто сделать врезку. Не хотят останавливать роддом. То есть мы их переносим на более теплые. Ну, я думаю, нам где-то полтора месяца на корпус, я думаю, нам хватит. Параллельно с отделкой помещений будут вестись работы по благоустройству территории школы. В проекте есть, конечно, ряд решений, которые нам приходится корректировать вместе с авторским надзором и с центростройзаказчиком. Это, например, мы хотим бетонные работы по тротуарам и проездам заменить на плитку и асфальт. Отмостка также будет сделана в асфальте. Мы для этого, конечно, необходим ряд мероприятий, в том числе и корректировка проектной документации с утверждением заказчиком. Эту работу мы сейчас проводим. Напомню, школа на 700 мест в районе Авиаторов будет представлять собой комплекс, состоящий из 4 корпусов. Это здание начальной и основной школ, спортзал со столовой и спортзал с актовым залом на 300 мест. Все эти сооружения соединят между собой теплые переходы. Финансирование строительства объекта ведется из 2 источников – окружного и федерального бюджетов. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу года. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».